чем состоит признак этого мусульманина, в чем содержание этой веры. Слушайте, по пальцам загибайте. Мусульманин должен молиться 5 раз в день. Первое. Давать милостыню. Да. 2. Соблюдать пост Рамазан. Вы все знаете, что за пост. Когда можно есть только ночью и нельзя есть днем. У меня были мусульмане и студенты, это были бледные тени во время Рамазана. Они приходили голодными, учились голодные, уходили голодными, они наедались только после захода солнца ночью. Тогда приходили они сонные и голодные. В общем, я вам не могу описать. Мы все ждали, когда кончится этот самый ужасный месяц. Вот. Потом быть честным и справедливым и хоть раз в жизни посетить Мекку. Милостыню давать. Магомед много почерпнул для Корана из Библии, из Ветхого Завета, из Нового Завета. Кто из вас читал Коран, кроме Ахмета? Вы понимаете, как это странное впечатление? Да, ты читаешь знакомые места из Библии, потом они вдруг прерываются изречениями, значит, пророка. Потом вдруг связь прерывается, и опять идут отрывок из Ветхого Завета, из Нового Завета, потом опять пророчество Магомета. Значит, там нету того единства, которое есть в Библии, когда излилось все из одного источника, одно единое, Библия вся единая. Вы знаете, что там есть ссылки в Откровение, ссылается на Бытие, например. Все, то есть это все одно целое, один автор и один центр. Это центр Христос. Центр всей Библии – Христос. Тут он предсказан, здесь он явлен, там он объяснен, растолкован в посланиях. Понимаете, как? И будущее открыто. Вот вся Библия так. Когда мы начинаем читать, мы как в лес входим. Сияющий лес весною, ароматные полянки, как и тут интересно про Моисея почитать, а тут про Иосифа почитать. А тут... Понимаете ли как? А когда ты уже вошел и изучил, вот как вот вы изучаете, она у тебя вся выстраивается. Ты понимаешь, это все единое. Это Божий план спасения человека, это Божья любовь к человеку. И центр Христос. То есть, когда ты вынимаешь Христа из Библии, то она распадается на... Она не имеет стержня. И она не имеет идеи. Это различные религиозные, такие вот благочестивые размышления. Ну вот, значит, мотор движения всего мусульманства – ненависть к идолопоклонству. Вот, Магомед учил. «Пусть все распространяющие мою веру не прибегают ни к доказательствам, ни к рассуждениям, а убивают тех, кто отказывается повиноваться закону. Сражающийся за истинную веру, погибнет ли он или победит, получит в любом случае блестящую награду. Меч есть ключ от неба и ада. Все обнажающие его за веру получат награду временные блага. А если погибают в борьбе, их грехи тотчас же стираются, и они переносятся в рай». И предопределение было призвано на помощь этому воинственному учению. Это внезапно превратило ислам из религии смирения и человеколюбия в религию насилия и меча. То есть под сенью мечей находятся врата ада, врата рая. Значит, я хочу сказать еще, когда мы говорим об исламе, мы должны говорить о том, что такое фатализм. Я читала одну глубокую такую работу. Называется она «Что-то такое человек?» «О человеке». «Земные страсти, житейские интересы, они быстро подчинили себе религиозный энтузиазм. Значит, господствует фатализм. Без фатализма нету ислама. Фатализм – это так, судьба». Дети мои, я хочу остановиться немножко на этом, потому что мы верим в предопределение. Но мы не фаталисты.
И надо эту разницу видеть. Фатум – это, в общем, если чтобы все это понимать с исламом и с христианством, то надо сказать, ислам – это то самое лучшее, что может произвести человек. Христианство – это Бог. Вы понимаете ли, в исламе много прекраснейших вещей, которые может произвести человек. Что может сделать человек? Вот я вам покажу знаменитого мусульманина. Кто знает это имя? Это Али, по-моему. Это Ибн Сина, Авиценна. У меня есть в стихах изложенный медицинский трактат. Ему не надо было никаких анализов делать. Влажная рука или сухая? Какой глаз, есть ли блеск в глазах или там что-то такое? Или, то есть, понимаете ли, он посмотрит, потрогает, и у него уже полная картина этого человека, и чем лечить, и какая у него кровь, и, в общем, очень интересный медицинский, в стихах изложен, медицинский трактат. Вот, фатализм. Судьба каждого человека и час его смерти определены заранее. В силу этой уверенности мусульмане шли на войну, ничем не жертвуя. А смерть в битве была равносильна мученичеству и вела в рай, то они выигрывали. Согласно этому учению, человек не может избежать ни греха, ни наказания. Их молитва: «Бог велик, Бог всесилен, Бог всемогущ». И поэтому, что, вы знаете ли, есть моменты в Библии, помните, что сказал священник Илий? Самуил ему сказал, что погибнут его сыновья, умрет он. Что Илий сказал? Да будет воля. Бог. То есть Бог всемогущ, Бог велик, Бог... Что я могу сказать? Значит, да будет все так, как он сказал. Но вы знаете что? От того, что мы имеем любящего Бога, и от того, что мы имеем общение с Ним, попробуйте вообще вот вникай в себя, вот написано. Вникай в себя, это, конечно, очень печальное зрелище. Вникай в себя, ничего хорошего не найдешь. Но это мне отец говорил: не смотри в себя, придешь в отчаяние, смотри на Иисуса. Вот. Но вспоминать свою жизнь и что Господь делал, это потрясающе просто. Мы всегда можем с Ним поговорить. Есть глубокие вещи, о которых можно поговорить. Можно просить продления жизни. Можно говорить: довольно уже, Господи. Мы можем говорить Ему. Решение от Него. Но мы можем открывать это. Мы можем благодарить Его за то, что Он дал. Мы можем склоняться в тишине и печали, когда Он взял. И мы можем воздействовать на руку Божью. И написано в Откровении, что перед Богом находится в сосудах молитвы святых. Они все тут перед Ним находятся. То есть у нас нет бесстрастного и далекого Бога. У нас Бог, который стал одним из нас. И мы уверенно обращаемся, и мы говорим. И Он знает, когда мы к чему-то готовы, когда к чему-то не готовы. И Он проявляет долготерпение, когда Он ожидает, когда мы будем готовы. Это каждый из нас это хорошо знает. Вот. Ну и, значит, я перечислю это завоевание. Он войны не вел, Магомед. В 22-м году, значит, он стал великим пророком. И в 32-м году, через 10 лет, он умер. И после него начались войны. Халифы, его преемники. Вот, Дамаск, Сирия, годы указаны когда. Иерусалим, Александрия. Потом против персов выступили. Завоевали всю Северную Африку. Страны древней цивилизации, которые были когда-то христианскими. Сирия, например. От Византии отняты Египет,
Сирия, Палестина, Финикия, Малая Азия, Северная Месопотамия. Там устроено арабское государство с центром Багдад. У Византии остались Греция, Македония, Фракия и Дакия. Она потеряла весь иноплеменный окраинный Восток. Ко времени арабских завоеваний он весь стал монофизитским. И здесь исполнилось пророчество, что царство, разделившееся в себе, или дом, разделившийся в себе, не устоит. Это очень наглядный пример. Это очень наглядный пример. Будет завоевана Испания, единственная европейская страна. Но это единственная страна, которая будет отвоевана обратно. Отвоевание обратно будет называться реконкиста. Реконкиста, то есть конкер – завоевать, реконкер – обратно отвоевать. Реконкиста – это будем мы с вами говорить уже, видимо, перед реформацией там. Надо будет говорить. Так что отвоевание обратно. В Испании арабы будут называть маврами. В Испании они создадут особую культуру, мавританский стиль. Резные. Из дерева, резные, из камня, необычайного изящества, все. Знаменитый Тадж-Махал, я рассказывала вам вчера, это тоже произведение арабов, ведь они завоевали ведь и в Индию, они пришли как султаны, тоже правили какое-то время. Так вот, и цель этих завоеваний ни в коей мере не святая жизнь, нет, цель – религиозное объединение, национальное единство, массовая религия, система законов. Ислам – это не религия головы или сердца. Слышите? Это весь смысл. Ислам – это теократическое общество. Теократия, где правит как бы Бог, через, именно как бы, они говорят, что это Бог правит, через, как они называются, Ахмед, через кого он? У шиитов, у Аль-Талы, у этих, через халифа. И... Халифа, да. А вот этот Хамени, как его зовут? Аятолла. Аятолла, вот это слово, Аятолла Хамени, да. То есть правит через своих вот... священников. И там нету, там даже если есть какой-нибудь президент или министр, там, не знаю, царь даже или кто-то, это все фактически правит религиозное правление. И неизвестно, что было бы с христианским миром, если бы не было, эти клещи не были бы остановлены. А вот кем они были, будут остановлены? Это от этого зависит дальнейшее развитие мира всего. Значит, на Востоке это в 17 году, 1717, император Лев III остановил это нашествие. Нет, как никакой 1700, 717. Мы еще в первом тысячелетии. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.